участников фестиваля, наших почетных гостей от имени главы муниципального образования Крымский район Сергея Олеговича Леси. Пожелать процветания фестивалю, пожелать вам творческих успехов, замечательных, прекрасных фильмов. Действительно, на этих фильмах наша молодежь учится жить, любить и верить. В Евангелии есть такие слова, там сказано, что каждое дерево познается по плоду его. И вот это утверждение, оно особо проявляется в творческой деятельности человека. Такие добрые фильмы, они очень благоприятно влияют на душу и на сердце человека. Особенно это актуально в наше время, особенно это актуально для нашего подрастающего поколения. В нашем фестивале участвуют все ведущие студии, которые занимаются православным кино России. У нас всегда в гостях студии из Украины. Вот в этом году две студии, из Киева и Днепропетровска. У нас всегда в гостях представители Белоруссии, Сербии, Грузии. И фестиваль, по сути, стал уже не региональным, не местным, а таким международным. Thank you.